Здравствуйте! Сегодня на лекции аудирования мы будем отвечать на вопрос, о чем говорится в диалоге. На лекции чтения мы будем выбирать неверный по смыслу ответ из предложенных вариантов. Поки. 이 아파트에 살아요? 네, 5층에 살아요. В этом задании нужно ответить на вопрос, о чем говорится в диалоге. Давайте для этого переведем диалог на русский язык. 이 아파트에 살아요? Вы живете в этих апартаментах? Или лучше перевести как «Вы живете в этом доме»? 네, 5층에 살아요. Да, я живу на 5-м этаже. Чтобы ответить или выбрать правильный ответ, нужно найти ключевые слова. Ключевые слова диалога будут 살아요, живете, и 5층에 살아요, на 5-м этаже, живу. Давайте теперь посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. Иль, работа. Номер 2. Тип, дом. Номер 3. Чусо, адрес. Номер 4. Тальёк, календарь. Итак, ключевые слова «жить» и «пятый этаж». Чонгдап. Правильный ответ номер 2. Ти. В этом диалоге говорится о доме. 11번. 형제가 있어요? 네. 동생이 한 명 있어요. Давайте переведем на русский язык и выделим ключевые слова. 형제가 있어요? У вас есть братья или сестры? 네, 다. 동생이 한 명이 있어요. У меня есть один младший брат. Или также можно перевести как младшая сестра. Ключевые слова будут 형제, братья или сестры, 동생, младший брат или младшая сестра. Что же объединяет эти два слова? Давайте посмотрим на варианты ответов. Номер 1. Каджок, семья. Номер 2. Нара, страна. Номер 3. Наи, возраст. Номер 4. Ирым, имя. Итак, в этом диалоге говорится о братьях и сестрах. Значит, говорится о семье. Чонгдап. Значит, правильный ответ номер 1. Каджок. Давайте посмотрим на лексику этого диалога. В диалоге было слово хёнгдзе. Хёнгдзе на русский язык переводится как «братья» или «сёстры». Если вы мужчина и у вас есть старшая сестра, то по-корейски старшая сестра для вас будет как «нуна». То есть, если у вас есть старшая сестра, вы говорите «нунага иссайо». Если вы мужчина и у вас есть старший брат, то для вас старший брат по-корейски будет хёнг. Хёнг иссайо. Если вы женщина и у вас есть старшая сестра, для вас старшая сестра будет онни. Старшая сестра оннига иссайо. Если вы женщина и у вас есть старший брат, для вас он будет оппа. Старший брат по-корейски для женщины. Оппага иссайо. Корейское слово тунгсэнь может переводиться как младший брат, но также может переводиться как младшая сестра. Если вы хотите сказать, что у вас именно младший брат, вы можете сказать нам тунгсэнь. Если вы хотите уточнить, что у вас именно младшая сестра, вы можете сказать ё тунгсэнь. 12번. 내일 뭘 신을 거예요? 구두를 신을 거예요. Давайте переведем на русский язык и найдем ключевые слова. 내일 뭘 신을 거예요? Завтра какую обувь наденете? 구두를 신을 거예요. Я надену ботинки. Ключевые слова 신을 거예요 наденете и 구두 ботинки. Итак, о чем же говорится в диалоге? Давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. Меню, меню. Номер 2. Сиге,
часы. Номер 3. 신발, обувь. Номер 4. 요일, день недели. Итак, этот человек наденет ботинки. То есть в диалоге говорится об обуви. 정답. Правильный ответ номер 3. 신발. Итак, в диалоге у нас было обувь надеть. 신을 거예요. Но в корейском языке в зависимости от того, какую одежду вы одеваете, используются разные слова. Например, 신다 переводится как носить, надеть, одеть. Но это слово употребляется только тогда, когда вы говорите про обувь, носки или колготки. Допустим, носить обувь по-корейски будет 신발을 신어요. Также слово 입다 переводится одинаково на русский язык «носить», «надеть», «одеть», но употребляется только тогда, когда мы говорим про одежду. Например, «одеваю юбку» или «ношу юбку». «Тимарэр ибоё». «Сыда» тоже переводится на русский язык одинаково, как «носить», «надеть», «одеть», но употребляется только тогда, когда вы говорите про головной убор, либо очки. Например, надел шляпу или надеть шляпу. 모자를 써요. Слово такое как 끼다 также переводится как носить, надеть, одеть. И можно сказать про очки или кольцо. Например, 안경을 껴요. Надеть очки. 13번. 수미 씨. 내일 쇼핑하러 갈까요? 좋아요. 2시에 만나요. Давайте переведем на русский язык и выделим ключевые слова. 수미 씨, 내일 쇼핑하러 갈까요? 수미, может, завтра пойдем по магазинам? 좋아요. Хорошо. 2시에 만나요. Встретимся в 2 часа. Ключевые слова. 쇼핑하러 갈까요? Пойдем по магазинам. 2시에 만나요. Встретимся в 2 часа. Давайте посмотрим на варианты ответов. Номер 1. 계절, сезон. Номер 2. 약속, встреча. Номер 3. 음식, еда. Номер 4. 장소, место. Итак, эти люди собираются встретиться в 2 часа. То есть они говорят о встрече. 정답. Правильный ответ номер 2. 약속. 14번. 바람이 많이 불어요. 네, 비도 올 것 같아요. Давайте переведем на русский язык. 바람이 많이 불어요. Ветер сильно дует. 네, 다, 비도 올 것 같아요. Кажется, дождь тоже будет. Ключевые слова этого диалога будут 바람, ветер, 비, дождь. Итак, о чем же говорят люди в этом диалоге? Номер 1. Кибун – настроение. Номер 2. Кехек – планы. Номер 3. Нальси – погода. Номер 4. Сиган – время. Ключевые слова будут дождь и ветер. Эти два слова обозначают погоду. Чондап. Правильный ответ номер 3. Нальси. В этом задании нужно прочитать текст и найти ответ, который по смыслу не совпадает с текстом. Давайте вместе прочитаем и переведем на русский язык. У нас с вами объявление. 우리 병원 진료 안내. Информация о госпитале 우리. 월요일부터 금요일까지. С понедельника по пятницу. 9시부터 19시까지. С 9 утра до 7 вечера. 토요일, суббота. 10시부터 16시까지. С 10 утра до 4 часов. Дальше идут скобки. 점심시간, обед. 12시 반부터 2시까지. С 12.30 до 2. И внизу написано 일요일은 쉽니다. Воскресенье, выходной. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 일요일에
문을 안 엽니다. Воскресенье не работает. То есть воскресенье госпиталь Ури не работает. Но если мы посмотрим на объявление, там в самом низу написано Ирёэрэль Симнида. То есть это верное утверждение. Номер два. Тойоэрэн дэсиэкнамнида. В субботу работает до 4 часов. Тойоэр сип юксикази. То есть до 4 часов. Номер два тоже верное утверждение. Номер три. Чомсим сиганэн тусиказиимнида. Обед до 2 часов. И на самом деле обед был с 12:30 написано до 2 часов. То есть это тоже верное утверждение. Номер 4. Суйойрен йольсей сидакамнида. В среду начинает работу в 10 часов утра. Но если мы посмотрим на объявление, то в 10 часов утра госпиталь начинает работать в субботу. То есть номер 4 нам не подходит по смыслу. Чонгдап. Значит, правильный ответ номер 4. Суйойрен йольсей сидакамнида. В этом задании у нас карта здания, а что именно находится на этажах. Давайте вместе на нее посмотрим, прочитаем и переведем на русский язык. Итак, здание Хана Билдинг, здание Хана. Ильчинг, первый этаж. Кутчип, цветочный магазин. Яккук, аптека. Пангчип, хлебный магазин. Ичинг, второй этаж. Сиктанг, ресторан. Пёнгвон, больница. Ынэнг, банк. Самчинг, третий этаж. Сочом, книжный магазин. Коппишоп, кафе. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов и найдем тот, который по смыслу нам не подходит. Номер один. Куччибэн ильчинге иссимнида. Цветочный магазин на первом этаже. Если мы посмотрим на карту, это так и есть. Цветочный магазин на первом этаже. Номер два. Коппишоп ёпэ сочоми иссимнида. Возле кафе есть книжный магазин. Если мы посмотрим на карту, на третьем этаже возле книжного магазина как раз находится кафе. Значит, это тоже верное утверждение. Номер три. Ынэнг арэ. Пангчиби иссимнида. Под банком ниже хлебный магазин. Если мы посмотрим на карту, то на втором этаже есть ынэнь, банк, и сразу под ним находится пангчип, хлебный магазин. Значит, это верное утверждение. Номер 4. Пёнгвонгва яккугэн катэн чинге иссимнида. Больница и аптека на одном и том же этаже. Давайте посмотрим. Больница у нас находится на втором этаже. Ичинг пёнгвон. Аптека находится на первом этаже. Ильчинг яккук. Значит, это утверждение неверное. Чонгдап. Правильный ответ номер 4. Пёнгвонгва яккугэн катэн чинге иссимнида. Давайте вместе прочитаем сообщение и переведем на русский язык. Кагу Фарин. Скидка на мебель. Кагурэль саге памнида. Продаем дешево мебель. Банэн иёнг парамнида. Просим в гости. Чимдэ 20%. Отчанг 30%. Кровати 20%. Шкафы 30%. Парволь ириль ворюэль путо. С 1 августа понедельник. Парволь чириль ириэль кази. До 7 августа воскресенья. Тэхан кагу. Мебель тэхан. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Нужно выбрать тот, который не подходит по смыслу с этим сообщением. Номер 1. Ильчуэль тунган харинамнида. Распродажа в течение недели. Если мы посмотрим на сообщение, то распродажа с 1 августа понедельник по 7 августа воскресенье. Это как раз и есть одна неделя. Значит, это верное утверждение. Номер два. Утчангэн самсипро харинамнида. Скидка на шкафы 30%.
если мы посмотрим на сообщение, было написано 침대 20%, 옷장 30%, кровать 20%, шкаф 30%. То есть скидка на шкаф 30%. Значит, это тоже верное утверждение. Номер 3. 세 가지 가구를 할인합니다. Скидка на 3 вида мебели. Если мы посмотрим на сообщение, то в сообщении есть 2 вида мебели. Это 침대, кровати, и 옷장, шкафы. То есть это утверждение неверное. Но давайте посмотрим еще на номер 4. 대한 가구에서 보낸 메시지입니다. Это сообщение от мебель 대한. В сообщении в самом низу как раз и написано 대한 가구, мебель 대한. 정답. Значит, правильный ответ номер 3. 세 가지 가구를 할인합니다. В этом сообщении было такое предложение. 많은 이용 바랍니다. 바랍니다 – желать что-то. 이용 – пользоваться. 많은 – много. То есть мы желаем, чтобы вы много пользовались. Но переводится это как «просим в гости», либо можно перевести как «просим любить и жаловать», либо можно перевести как «приходите, мы вас ждем». Сегодня на лекции аудирования мы попрактиковались в ответе на вопрос, о чем говорится в диалоге. Чтобы на него ответить, нужно найти ключевые слова в диалоге и определить их в одну категорию. Сегодня на лекции чтения мы попрактиковались в нахождении неправильного по смыслу с текстом ответа. Тексты были короткими, и в таком случае нужно обращать внимание на каждое слово, чтобы найти правильный ответ. Спасибо и всего вам хорошего!